Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Елена. 27 октября – день больших перемен. Обязательно попросите Вселенную о самом важном. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Энергетика дня способна принести обновление всем, кто живет в согласии с ритмами Луны. Поскольку правящий в эту пару 13-го на сутки обладает нейтральной энергетикой, в период их власти вы можете столкнуться со сложностями и старыми проблемами. Однако переживать по этому поводу не стоит, поскольку судьба предоставляет вам шанс справиться с ними. Проявив выдержку и терпение, вы сумеете преодолеть имеющиеся преграды и оставить прошлые несгоды позади и начать жизнь с нового листа. Поскольку она продолжает гостить в знаке Овна, его огненная энергия окажет существенное влияние на 13-й лунные сутки. В эту пару вы ощутите тягу к азарту, готовность рисковать ради достижения поставленных целей. При недостаточной осознанности могут возникнуть сложности в общении, но абстрагироваться от окружающих не рекомендуется. Более того, это отличное время, чтобы простить старые обиды, избавиться от эгоизма и прочих негативных эмоций. Продемонстрируйте свои лучшие качества. Не бойтесь проявлять инициативу, но помните о тактичности. Не допускайте критики в адрес окружающих. Избегайте конфликтных ситуаций и будьте готовы прийти на помощь другим людям, если они в этом нуждаются. День запускает процессы внутренних преображений и энергетического очищения, указывая на все имеющиеся недостатки, сложности и несовершенства. Проявив должную внимательность, вы сумеете избавиться от груза проблем, разобраться со многими трудностями. Будьте внимательны, чтобы не пропустить подсказки судьбы. Следуя им, вы сумеете освободиться от влияния прошлого и получить энергию для новых свершений. Обязательно в этот день Вселенной попросите о самом важном. 13-го на сутки на первое место выходит информация. Большая часть того, что вы узнаете сегодня, непременно пригодится в будущем. Поэтому постарайтесь найти время для обучения. Однако не впадайте в крайность и не занимайтесь сбором сведений, которые не способны принести существенной пользы или являются бесполезными. Направьте свою энергию в нужное русло, выбирая направления, которые важны для вас или вызывают интерес. Очень хорошим решением будет учеба у других людей, поиск наставника. Прислушайтесь к представителям старшего поколения, общайтесь с коллегами и друзьями. Обратите внимание на то, как пройдет этот день. Если события сложатся привычным образом, а все происходящее будет напоминать предыдущие сутки, нередко вызывая эффект дежавю, это хороший знак. Таким образом, Вселенная показывает вам, что вы не совершили никаких ошибочных или негативных действий, нуждающихся в исправлении. Кроме того, детали происходящих событий помогут понять, есть ли в вашем прошлом незавершенные дела, ждущие вашего внимания, или старые связи, которые давно следовало разорвать. Провести это время более гармонично и плодотворно. Поможет неограненный опал или талисман из этого камня. Луна советует. Этот день будет особенно удачным для решения любых вопросов, связанных с бизнесом, если вы будете действовать совместно с коллегами. Помимо повышения продуктивности работы, это поспособствует улучшению взаимоотношений внутри коллектива, позволит расположить к себе руководство. Однако браться за выполнение важных задач не стоит, так как получить быстрый результат у вас не получится. Не начинайте каких-либо важных проектов, отложите заключение сделок. В противном случае вас может ждать разочарование. Старые дела также лучше пока отложить. Займитесь умственной деятельностью, проверьте документацию. Составьте отчет за последний месяц. Проанализируйте на его основе сильные и слабые стороны вашего бизнеса. Подумайте, как вы можете повлиять на ситуацию, улучшить ее. Кроме того, 13-го на сутки хороший результат дает работа с бумагами, за исключением подписания юридических документов. День подходит для решения финансовых вопросов, но действовать нужно продуманно. Избегайте спонтанных и импульсивных трат, не вкладывайте средства в непроверенные компании. Если у вас есть долги, постарайтесь выплатить хотя бы их часть сегодня. Это поможет вам улучшить свое материальное положение в ближайшем будущем. Поскольку любые новые начинания в эти сутки будут неудачными, косметическим процедурам следует подходить с осторожностью. Если вы одиноки, откажитесь от идеи познакомиться с кем-нибудь 13-го на сутки. Люди, пришедшие в вашу жизнь, сегодня не останутся в ней надолго. Однако вы можете неожиданно встретить человека, с которым ранее расстались, давая возможность пересмотреть свое решение и, возможно, дать друг другу еще один шанс. В действующем союзе возможно возникновение ситуаций, когда наружу выходят старые конфликты и взаимные ссоры, поскольку сегодня дают о себе знать любые шероховатости в отношениях, давая возможность навсегда оставить их позади.
Чтобы хорошо отдохнуть 13-го на сутки, важно окружить себя приятными людьми и приятными эмоциями. Неважно, как именно вы проведете свободное время. Главное – полностью расслабиться и получить удовольствие от процесса. Единственное ограничение касается поездок, поскольку перемещаться на большие расстояния сегодня не стоит. В эти сутки будут особенно удачные обряды, направленные на усиление привлекательности, омоложение. Кроме того, сегодня можно использовать приворотную магию. Перед проведением обряда нужно просто умыться, чтобы привлечь богатство. Для ритуала вам понадобится любой фрукт. Берите тот, который вы любите. Далее помойте этот фрукт, возьмите в руки и скажите: «Денежный дух ко мне приди, в этот фрукт войди. Меня собой осени, деньги ко мне притяни. Как я этот фрукт съедаю, так и богатство к себе привлекаю. Быть посему». Говорим один раз, далее этот фрукт нужно съесть. Эффект от ритуала длится около месяца, в зависимости от личной силы. Спустя это время ритуал следует повторить. Для омоложения. Во многих ритуалах, направленных на возврат былой красоты, используется молоко. Вам нужно налить молоко в стакан и сказать: «Молоко белое, чистое, здоровое. Ты мне помоги, красоту мою верни, сохрани и сбереги. Румянец мне подари, очарованием надели, чтобы все мной любовались и восхищались, да на меня заглядывались». Сказать нужно 3 раза. Далее сделайте 3 глотка, а остальным молоком умойтесь. Потом можно просто умыться. Привлекаем любовь. Этот ритуал позволит вам обратить на себя внимание любимого человека, стать для него самой привлекательной. Однако, поскольку он относится к светлой магии, проводить его на мужчину, отдавшего свое сердце другой, бесполезно. Также ваши действия не принесут эффекта, если избранник испытывает ваш адрес обиду или другие негативные чувства. Для него вам понадобится кольцо из желтого металла, лучше золото, дальше вода и 3 свечи. Приступайте вечером. В воду налейте белое блюдечко, поставьте в центр стола. Опустите туда кольцо, слева и справа поставьте зажженные свечи. Смотрите на украшение и говорите: «За морем, за океаном камень белокаменно лежит, а на нем золотое колечко блестит. Кто мимо проходит, тот с колечка того глаз не сводит. Колечко то в руки парня удалого лишь попадет, в сердце его сразу попадет. Пламя огней перед ним в воде пляшет и соединяется. Там судьба моя с...» Здесь нужно проговорить имя любимого. Воедино сплетается. «Ты...» Нужно сказать имя. «Приди, колечко возьми, да замуж меня позови». Истина. Говорим 3 раза. Кольцо достаньте из воды и сразу наденьте. Носите постоянно. В течение месяца ваш избранник обратит на вас внимание. По народным приметам в этот день отмечают Параскева. Родившиеся в этот день целеустремленные и решительные личности. Они не боятся трудностей и, являясь обладателями тонкой интуиции, часто применяют ее на практике. В личных отношениях они чувствительны и импульсивны, эмоциональны и хрупки душой, что вызывает некий диссонанс у окружающих при более тесном общении. Однако, найдя своего человека, они всецело отдаются ему. Талисман для этих людей является топаз. Такое необычное название день получил из-за пасмурной октябрьской погоды и грязи дорог. В древности считали, что именно с Параскева начиналась настоящая осень, приносящая с собой заморозки и непомерное количество осадков. Из дома по этой причине старались выходить только по важным делам, ведь пройти по нерасчищенной дороге удавалось уже с трудом. Считалось, что святая Параскева является защитницей всех женщин и их рукодельных работ, например, придения. К слову, вторым названием этих суток было «льняница», потому что хозяйки с этого дня приступали к трепанию льна. Ближе к вечеру было принято печь пироги и по выпечке гадали на то, что ожидают в будущем. А для этого мастерицы выпекали 3 пирога – рыбный, капустный и медовый. Поверх готовые изделия смазывали растопленным маслом и укрывали светлым полотенцем. Далее снимали его и внимательно смотрели на отпечатки кругов на нем. Если линии на 3 из них разорваны, семью ждет безденежье. Если на 2 – жизненные неурядицы, на 1 – ссору по пустякам. А если 3 круга соединены, значит семья проведет год благополучия и достатки. Любые другие бытовые дела, кроме рукоделия и приготовления пищи, были для женщин под строгим запретом. Считалось, что кто нарушит эту традицию, навлечет на себя и на своих родных беды. И по традиции перед сном обязательно 1 раз повторяем такие слова: «Мое состояние спокойное и гармоничное». Вот говорим 1 раз, и вы посмотрите, как в вашей жизни будет все спокойно и гармонично.